лошади. Сакральные животные для всей Средней Азии. Находки археологов подтверждают, одомашнивание лошадей произошло около 5500 лет назад на территории нынешнего Северного Казахстана. В отличие от Европы, где гужевую силу использовали в основном в качестве тяги, для казахов лошадь-кормилица. Из кобылевого молока здесь тысячелетиями готовили кумыс. Но именно саумал, с казахского дословно «свежий», парное кобылье молоко, несет в себе все секреты казахского долголетия. Для человека саумал является уникальным биологическим продуктом, более полноценным, чем коровье молоко. В состав любого вида молока входят две группы белков – сывороточные и казеин. Казеиновая группа не растворяется в воде, образуя при переваривании сгустки, которые с трудом и не всегда качественно усваиваются организмом. Отсюда расстройства желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. А вот сывороточные белки усваиваются легко. В кобыльем молоке баланс казеиновых и сывороточных белков идеальный. В результате саумал легко усваивается желудком, доставляя в организм весь природный витаминный комплекс, который позволяет поддерживать надлежащую работу сердца, нервной и пищеварительной систем, замедляет механизмы старения, защищает от простуд, инфекций дыхательных путей. Саумал, увы, не запасти впрок. Уже через несколько часов после доения из-за быстрой ферментации молоко теряет все свои уникальные полезные свойства. Суметь заморозить время, чтобы донести саумал людям, стало настоящим вызовом для ученых. На заводе предварительно пастеризованное кобылье молоко замораживают до минус 40 градусов в вакуумной камере, где испаряется влага. В процессе сублимации лед превращается в пар, минуя жидкое состояние. Из 200 литров парного молока получается 19 килограммов сухого продукта. На каждой стадии производства 5 раз в день осуществляется лабораторный контроль. Продукт, высушенный таким способом, практически не изменяет своей пищевой и биологической ценности и структуры. Технологии, замораживающие время, открывают всю пользу саумала. Сегодня это продукт для всей семьи. Функциональный продукт для активного образа жизни. Незаменимый аналог для детей с обостренными аллергическими реакциями. Уникальный продукт для страдающих заболеваниями желудка и кишечника.